Итак, ребят, сейчас я покажу механизм качели в Майнкрафте. Смотрите. Но берем костер, выкапываем ямочку. Вот такую вот ямочку. Делаем красивенькую. Уёб. Ну все, а теперь делаем вот такой механизм. Вот. Теперь делаем вот такой вот. А теперь берем. Вот. Нет. Надо поставить вот такие рельсы. А то некоторые, то нубики берут обычные рельсы. А теперь факел. А теперь редстоуновый факел. Кто вот нашел букву Ф? Смотрим, смотрим. Ага. Нашел. Все. Теперь. Так, делаем тут костры. Как будто бы сделаем. Надо сделать тут теплый уголок одному мобу, которому тепло очень хочет. Которому тепло должно быть. И даже очень красиво получилось. Это, кстати, можно еще использовать для декорации. А теперь берем вагонетку. Вот. Вагонеты. А сначала надо мне сделать еще забором. Делаем для качельки. Все, берем. Ну все. А теперь делаем вот такую вот конструкцию. Да ладно, ладно, не туда, простите. Вот наш, блин, камера глючит. Ну, берем, делаем штучку. Вот. А теперь делаем вот такую вот яму. Туда надо спавнить кролика. Ой-ой-ой, я сам туда упал. Все, там у нас кролик. Теперь берем вот это. Вот, привязаем. Привязали поводку его. Теперь привязываем. Все. А теперь сделаем. И надо запустить второго. Делать вот такую качельку. Самое необыкновенное. Да, можно еще нам все. Ну все. Все. А теперь надо закрыть все это. Все, чтобы никто не заметил эту штучку. Ну все, у нас получается вот такая вот кровать. Ну все, берем, вот туда, ну вот. А теперь надо вагонеточку. Здесь вагонеточку.
А теперь заспавнить Стайдера. Ну да. Да, нам не нужно. Все. Да уйди. Все, надо. Да уйди, мне нужен большой. Да вот. Все, ти. Ну все, вот такой подойдет. Пусть. Пад. Ну, ладно. Ну все. И кстати. Но вот что обязательно нужно сделать, это подписаться на канал и поставить лайк этому выпуску, и каждый, кто захочет, получит от меня один Майнкрафт доллар по ссылке в описании. Там потом будет. Короче, надеюсь, свой Майнкрафтовский доллар вы уже получили, на канал подписались, ну а меня зовут Восток, а мы начинаем. Честно говоря, не знаю, что подталкивает вас на это, но прошу вас, никогда, никогда не скройте дома высотой в два блока, то есть... Да ладно. Да, тебе тоже надо. А теперь люби. Си. Теперь на него надеваем седло. Дергаем. Все, мы теперь... Теперь берем... Ковер из мха. Но, кстати... Корова. Все, теперь... Кролик убежал. Да... Ну и ладно. Ребята, всегда обязательно проверяйте ваши камины, ваш Антон, потому что может произойти что-то вот такое вот. Лучше 7 раз, как говорится, проверить, чем один раз поджечь камин и сжечь полностью весь ваш деревянный дом. Лучше никогда не строить дома из дерева, если вы хотите поставить там внутри камин. Или 7 раз проверить еще раз. Не знаю, как у вас, но у меня есть точно знакомые игроки, которые никогда не умели привадить на серверах в Майнкрафте. И просто строили свои дома под землей, думали, что их никто не найдет. И сколько бы я ни учил их, как привадить, там всего лишь пару команд. Они потом все равно забывали и опять же строили свои дома под землей. А дело здесь в том, что они потом заходили на сервер, а от дома вообще ничего не оставалось, потому что его просто загриферили. И каждый Майнкрафт не бывает ресурсы, а найти дом приватный и загриферить его, это прям... Святое, что ли. Даже не знаю, вот, что а теперь... предложить, но никогда не добывайте золото на глазах у пигренов, потому что хорошего того уж точно не закончится. Если вдруг в вашем мире вы найдете спаунер, то самое последнее, что нужно с ним делать, это его уничтожать. Ведь спаунер можно превратить в бесконечную ферму опыта, ведь зачаровать золотую мотыгу, как и всем хочется. А опыта на это обычно не хватает. Ему никогда... Так, так, так. Сейчас сделаю команду. Ой, чё он завис? Ну.
Нет. Да блин. Ну все. Все, теперь заделываем, ждем кнопку ехать. Кролик, привет. Смотрите. Ну и все. Ну вот я это покажу о другом лице. Смотрите. Вот. И вот. И вот. Мы как будто бы катаемся на качельке. Oui.